Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. Before I pass out, I'm too lonely to be done on my drink at this pitch. Мы на ужине в отеле Акан Пиндон. Пойдем посмотрим, чем отличается ужин в Акан Пиндон от АК Алинды. И посмотрим, что же это за премиум сегмент. Пойдем в ресторан. Значит, здесь диетическое меню. Отварное мясо, кабачок или фрикадельки мяса, картофель, цветная капуста, детское питание. Так, здесь у нас холодные закуски. Это, кстати, местные турецкие. Да-да, турецкие блюда, фаршированные фрикадельки. Овощи, гриль, албанская печень. Так, вот так вот оно делается. Здесь у нас сибас. Вот он. Так, фрукты. Виноград, абрикосы, апельсин, банан, яблоко, сливы. Нектарин, грейпфрут, виноград, дыня. Какой я себе салат заколотил. Еще осталось посадить дерево. Тут салаты, это прям фишка отеля. Смотрите. Спасибо. Самый вкусный ужин среди всех отелей, которые мы посетили, пока достается Акан Пиндону. И самый вкусный сибас приготовлен именно здесь. Сейчас мы его заделаем лимончиком. Еще мне очень нравится их фишка, это их фирменные салаты. А сейчас я, извините, я съем руками, потому что это божественно. За хорошим утренним кофе, который варится также возле главного бассейна. Посмотрите на эту сосну с цветами, вы сейчас просто обалдеете. Так, вот за моей спиной это кафешка, и посмотрите на эти роскошные цветы. Амелия, ты правильно одела ботинки? Да? Молодец. Каким видом можно купаться в бассейне. Это что-то бомбическое, когда они на соснах пиво. Бутылочное есть. Есть и на разлив.
Так, где моя младшая? Уже где-то убежала. Пойдем посмотрим. Мы на завтраке в отеле Акан Тендон. Здесь у нас булочки. Очень вкусные булочки. Очень вкусные. Спасибо. Спасибо. И шоколадные. Круассаны. Немного разбавленной водой, но они специально это делают для того, чтобы это было более полезно и более правильно. Так, теперь попробуем бурячно-морковно-огурцовый энергетический коктейль. Честно, пробовал, но может кому-то понравится. Ох, как бодрит! Зарядился энергией. Амелия, ты что, пьешь сок? Так, мы в детском клубе отеля Акан Тендон. Значит, вот это вот включится в 12:00. Мы сходим, посмотрим, как оно работает. Смотрите, какие мотоциклы здесь есть. Можно брать бесплатно в пользование. Старшенькая. Так, зайдем в крытый детский клуб. Здесь работают все горки. Самый-самый важный момент, и то, чего нету во многих отелях, тем более во многих отелях Кемера. Бассейн за моей спиной, в который попадают горки. В осеннее и зимнее время подогреваемый. Это значит, что даже когда есть перепад температуры, например, ноябрь месяц или середина ноября, в это время ваши дети абсолютно без проблем смогут кататься на горках и будут падать в теплый бассейн. Кроме этого, есть еще подогреваемый бассейн. Детский. Сейчас я вам его покажу, когда буду возле главного. Кататься на этих горках можно фактически круглый год. Так, батут. Я сегодня в 6 утра встал. Начинаю приходить в прежний режим. До карантина я каждый день просыпался в 6, плавал, либо у меня был тренажерный зал. Карантин выбил просто всю почву из-под ног, как физически, так и морально, так и психологически. Только сейчас начинаем восстанавливаться. Я сегодня с 6 утра плавал. И вот по вот этой вот аллее очень многие люди бегают по утрам. Это круто, потому что территория отеля позволяет бегать по утрам и бегать вот в таких вот пальмовых и сосновых рощах, дышать фитоцидами. Это очень круто, когда отель с большой территорией, но все очень грамотно и компактно продумано. То есть добраться до номера с пляжа или в ресторан у вас не займет более, ну, наверное, 5 минут. Вот, поэтому это очень удобно. Так, за моей спиной пляж. Апартаменты отличаются тем, что у них двухкомнатные номера. Первая комната небольшая, вторая комната родительская и есть еще кухонный уголок. Сейчас я вам покажу еще детский бассейн, который также подогревается в зимний период. Вот для того, чтобы дети, да и взрослые могли купаться. Вот он, подогреваемый бассейн.
он греется зимой и осенью, в зависимости от температуры. То есть уже начиная с октября месяца, здесь могут делать подогрев. Глубина 1,20 м, вода здесь пресная. Рядышком бар у бассейна, и там вон детский клуб. Видите, насколько компактна территория? Буквально 5 минут, и я в нужных объектах. Но в то же время есть огромное пространство для пробежек, просто для релакса, для прогулок. Некоторым нужно просто полежать. Вот. Поэтому, вы знаете, это из всех премиум-отелей Кемера. У нас на самом деле выбор не огромен. То есть это Rixos Sungate, Nirvana, Акан Тендон. Ну и еще, возможно, Гюрал, но он пока закрыт. Скорее всего, я немножко меняю свое мнение по поводу Антендона. И по уровню могу сказать, что он не хуже, чем Rixos. Он лучше, чем Nirvana. У Rixos есть некоторые дополнительные преимущества в плане легенды, в плане концертов. Но я заметил, в Антендоне также висит афиша по поводу концерта, который будет проходить в Антендоне. Пока видел только какую-то турецкую звезду, я не знаю. Вот. И также, конечно же, немножко проигрывает в плане детского клуба. Детский клуб, который в этом году построили в Rixos Sungate, это самый большой детский клуб, который я когда-либо видел. Но, например, качество питания мне немного больше понравилось все-таки в Антендоне. Ух! Ух! Всем привет! Я хочу познакомить вас с Мариной. Это представитель сети АК в Украине. Поэтому эта сеть максимально близко каждому из вас, так как все вопросы можно разрешить еще у себя в стране, не выезжая в Турцию. Мы всегда на связи с менеджментом, всегда на связи с Мариной, поэтому если у вас возникают какие-либо вопросы, всегда можете написать вам, нам для оперативного их разрешения. Сейчас мы пройдемся на территорию Вилл Резиденс. Это, наверное, будет один из самых запрашиваемых отдыхов в 2020 году для тех, кто хочет по-настоящему приватности. Сейчас переключу на Марину, она расскажет немножко про территорию вилл. Итак, дорогие друзья, мы путешествуем с вами по территории наших вилл. Это мы имеем 7 вилл. Вот здесь при входе у нас отдельный ресторан для гостей, которые отдыхают на виллах. И вообще для вилл у нас отдельная концепция, это VIP-концепция с большим количеством привилегий. Скажу, что гостей, которые отдыхают на виллах, их встречает транспорт отдельно, наш транспорт отеля. Обращаю внимание, что вот здесь у нас две больших виллы, это для больших семей. У каждой виллы есть свой бассейн, есть свой сервис-консьерж, есть обслуживание 24 часа. В сутки есть возможность организации барбекю, посещения а-ля-карта. Для каждой виллы у нас отдельный павильон на пляже. Мы чуть позже с вами все посмотрим. А теперь приглашаю отправиться и посмотреть саму виллу Руби, которая двухэтажная. Это таких вилл у нас 5. Они чуть-чуть поменьше и 2 большие виллы. Разница только в том, что на больших виллах есть массажный кабинет, есть сауна и есть комната для персонала, если гости приезжают со своими ассистентами, нянями и так далее. Вот такие живые заборы, которые идут на каждой вилле. Каждая вилла обособлена. То есть вы не пересекаетесь с гостями других вилл. Как мы уже слышали, на виллах часто отдыхают постоянные гости и ездят в одну и ту же виллу. Могут оставить там свои коляски, игрушки. Это все хранится до следующего приезда, так как за сезон такие гости иногда приезжают по 3-4 раза. В этом году это очень актуально. Вот такая обособленность.
Здесь максимальное размещение 9 человек, 3 спальни и гостиная. Выход также к собственному бассейну. Так, это у нас номер Superior, который находится в главном корпусе. Здесь душевая, ванная, огромная двухспальная кровать, диванчик. Так, обед в отеле Акан Тендон. Здесь у нас пыл и жару рыба. Супер шеф Али. Баранья отбивная, овощи гриль. Там вот жарится баранина. Так, вечерний пляж отеля Акан Тендон. Смотрите, здесь какая галька. И при входе у нас начинается достаточно крупные камни. Значит, видите, вон моя Саша, она заходит либо вот с этой лестницы, либо с пирса. На самом деле, зайти с берега в отеле Акан Тендон очень проблематично. Можно, но это для взрослых, детки не зайдут. Видите, вот как Саша встала, оттуда можно фактически сразу плыть. Раз, два, три. Вот так сразу тут. Так, главный купальщик. Заходи. Пляж сам по себе песчаный. Иногда попадаются маленькие камушки. То есть здесь детки вот смогут поиграть маленькие. Значит, потом у нас идет галька. Вот такая. И видите, при входе есть даже вот полоса песка. Вот она. Здесь вот, если, знаете, родители некоторые любят, чтобы дети сидели в песке, ковырялись, там играли. Вот здесь как раз это можно сделать. Вот, она не широкая. Вот. Вот. Но тем не менее она есть. Галька увеличивается вот на такую. И дальше она становится крупнее, крупнее, крупнее. Меля, давай купайся. Так, лосось на гриле. Стоимость а-ля-карт ресторана 5 евро за человека. Посмотрите на эту красоту. Это что-то невероятное.